искусство не дает тебе схему, не дает таблицу, где это левое хорошо, правое плохо, или наоборот, правое хорошо, левое плохо. А тебе дают комплексную вещь и показывают, что там скрыто и то, и другое. И ты в этой диалектике начинаешь понимать свое движение, сам понимать. Ты сам делаешь вывод. Я года 3 или 4, 89, 93, 94 год ходил туда просто как на работу. Ну как это может быть? Был музей, дом, куда мы ходили столько лет, и тут как-то его не будет. Вот все равно, что кажется, мы закрываем Кремль, да, потому что продали кому-то.